Приветствуем всех. Так, ну, что я могу сказать? Мы тут еще одних пауков выкопали. И поднакопили ковар, чтобы изучить вот эту фигню. И он даже это никак не прокомментировал. Ладно, давайте построим. Местечко-то уже заготовили. Ничего себе недорогое. Ну ладно, ничего страшного. А, по одному уровню за каждую колонну. Ну, блин. Места она занимает очень много. Так, расширить сюда. Расширить сюда. Я-то думал, что с запасом подготовил. Да не тут-то было. Угу. И эта фигня еще и коварство требует. И будет точно обидно ее потерять. Ну, поставим одну колонну, потом вторую здесь. A group of adventurers had met shortly before in a tavern, and were now on their way to their... The power-hungry evil had erected a vault of might with a pylon. The pylon increased the maximum level of all creatures by one. Угу. Только, получается, смысла особого нет, если у вас не 10 уровень уже. Потому что он банально дешевле, чем колонна обходится. Так, у нас накапало немного коварства. Значит, берем, что есть. Надеюсь, они еще не пробежали. Потому что нам их не показывают. Хорошо. Ну, на самом деле, даже смысла здесь бродить нет. Потому что, по сути, все, что нас интересует, оно здесь. Новые избежания полезли. Snots have dug up a spider. Хорошо. Видимо, здесь везде будут пауки. Главное не переусердствовать и не раскопать их слишком рано. Иначе селенок не хватит со всем этим бороться. Payday. Так, Талия, в тыл. Да-да, в кои-то веки она у нас будет в тылу. Можно помочь Талии увеличить уровень. Почему бы нет? Так, хорошо, но недостаточно. Так, здесь логова нет. Здесь логово, хорошо. Так, вот так вот. И вот так. Ну, от этих, наверное, избавиться все равно придется.
Так, от этой угрозы, по сути, избавились. Там герои идут. Даже не знаю. Наверное, пока... Они там фигней страдают. Да зачистим. Ну, то есть они пока обойдут, пройдут здесь. Кстати, забыл. Я тут заметил, что они немного неровно заходят. И поставил вот эти липучки. Не знаю, насколько эффективно, но... Вроде как они стали чуть лучше группироваться в этом плане. Возможно, надо еще одну липучку ставить на пути. Ну, в смысле, чтобы было две, чтобы они сразу замедлились. Хотя нет, скорее всего, замедленные во второй колонии не успеют банально. Блин, пока размышлял, ну ладно. А что, они возвращаться решили? А, собирают команду обратно. Ага, 400 требуется. Хорошо. Если будут, распределим. Так, и здесь, видимо. Ну, в принципе, она далеко, а здесь нам всего-ничего проскочить, так что пусть пока мелочь эта покопается по нужным нам направлениям. Первого уровня. Забавно, что еще такие есть. Хотя, может, героя поубивали. Давай, шустрее. Your little snots have dug into a spider nest. Ожидаемо. Ладно, думаю, можно перехватить. Хотя, конечно, из логова сейчас что-то поползет. С другой стороны, логово достаточно близко. Ай, мисклик. The stones of finitude are so powerful. For example, this stone... Oh, hell, you'll find it out for yourself when you place it in a rune socket. Блин, я думал, 450 будет. Так где-то не докопали. Блин, с какой стороны тут-то докопать? Ага, именно тут. Хотя лучше перестраховаться.
little snots have dug up a spider. Enemies have entered the dungeon. Блин, и ровно там, где наши зашли, да? И сюда обратно. Ох, что ты хлебы в застревании, а. Так, ты вперед, остальные за спиной. Кстати, вот у них уже максимум. Ладно, там еще успеют. Целителей у них вроде как нет. Мы вроде бы ко всем уже более-менее подкопались, да? Здесь, здесь. Да, вот здесь очистим, и можно будет уже раскапывать сами ячейки. Просто мало ли, что там разработчики заготовили на них. Подозрительно. Но, по всей видимости, мы могли с этой стороны еще подорвать область. А, хотя нет, возможно, это чтобы жилу раскрыть потребуется. Ладно. A number of nuns from the Order of Holy Rollers from the Broker's Hell were canvassing the area in search of donations. If the Clumsily Evil had its way, that begging would soon come to an unpleasant end. Ну, это еще посмотрим. Подозреваю, нет ни малейшего смысла туда лезть. Да, коварство, но... Сейчас уже оно не то, что востребовано. Хорошо, все очистили. Так, вот давайте отсюда прокопаемся. И посмотрим, что произойдет. Ё-моё, как же они любят зависать, а? Payday. Ну, кто-нибудь стукнет по серии? A deep sniffing around the underground evil's creatures had discovered one of the rune chambers, in the center of which was one of the rune sockets. Using the hand of terror made placing the stone there child's play. Rune chambers, rune sockets, non-rune stones. Oh, creativity must have gone into overtime there, huh? The frantically button-pushing evil could now place the first stone of finitude in a rune socket and unleash its powers. A stone once placed could no longer be removed. Okay, so it's important to pick the exact bonus we need most right now. Phew, strategic decision. I'm more of a head-through-the-wall person myself. Well, so...
Just the first thing that comes to mind, and on we go. Камень дает вам дополнительный бонус, если вставите их в рунные ячейки. Вставленные в рунные ячейки камень извлечь уже нельзя. Вы можете использовать только один камень. Как только выберете другой активируйте его, предыдущий перестанет давать вам преимущество. А описание будет показано? Камень урона. Да блин. Да. Вы издеваетесь? Камень проворства? А что он дает? The first stone of finitude was placed and began to shine in the base of the rune socket. Wonderful. Then let's move on. I still have something important to do. Why? Do you have another appointment? You betcha. Hello? Tanos, head, spear, ring any bells? The legendary Stone of Swiftness had now unleashed its full power. From now on, the Absolute Evil could use this to make its creatures even faster. Прекрасно. И ничего не произошло, самое главное. Your enemies are in the dungeon. Ладно. Кто бы мог подумать, что вместо того, чтобы заподлить, разработчики, оказывается, будут способствовать появлению у нас бонусов. Evil's creatures had discovered another rune chamber in the underground. Ладно, что тут еще есть? Камень лечения. The second stone of finitude had been placed. Only three more stones waited to take their proper place. The stone of health manifested its power to the healing evil. From now on, it could cheerfully have its creatures regenerate. Так, стоп. Мы их не добили, что ли? Another rune chamber has been discovered. Так, ладно. Это дело десятое. Кстати, судя по тому, что здесь никаких особых раскопок не требовалось, это должна была быть первая ячейка, которую мы должны были найти. Но опять же. Это мы можем знать только сейчас уже. А, камни, камни. Что тут такое? Эффективности? Third stone of finitude was placed. Two more stones needed to be placed. The stone of efficiency was now at the effective evil's disposal. From now on, its rooms will be able to work much more effectively. А, хотя нет, здесь, видимо, тоже не требуется ничего особого. Да ё-моё. Payday! The digging evil's creatures had discovered another rune chamber in the underground. Прекрасно. Так. А, камень опыта. Ну, это, наверное, самый сомнительный камень, который можно представить. Ну, пусть будет. Просто обычно тут не опыта не хватает, а коварства, чтобы поднять ступени, они опыта могли получить. Could be charged. I think it's better if you just wait and see. That does not bode well. The fantastic stone of experience was now ready for use. The wise evil could use it to have its creatures level up even faster. Укшас even faster. Hmm.
Блин, просто на карте потерял. Ну-ка, ну-ка. Можно ли было здесь просто прокопаться? По-моему, нет. Но мы все равно взглянем. Да. То ли камушки, то ли блатит. В любом случае, не так-то просто. Another room chamber has been discovered. Так, ну и последний камушек. Да ё-моё. Минуточку. Просто нам тут уже угрожали. Поэтому давайте лучше от лишнего избавимся. Тем более, что тут еще и логово. Ничего себе не пробивают. Может, их сами броню игнорируют, но... Жесть какая-то. The gain and experience of all creatures was significantly increased by the Stone of Finitude. Перезарядка или как это должно работать? Ладно, возвращаемся. The fifth stone was placed in the corresponding rune socket. The ritual could begin. I knew it! Not only have I now wasted so much time dragging these damn stones around everywhere. No! Naturally, this nonsense is just going to keep going on forever! Let me guess what the next mission's about. Well, of course, it could well be that there were heroes who would try to disrupt the ritual. A certain dwarf queen somehow comes to mind. Oh, of course, that makes sense. If you have to buy yourself some more game time somewhere, then you might as well do it right. The keyboard torturing hack cobbling this story together better hope I never get my hands on him. No. Даже не знаю. Внезапно, пока что не снимись, где разработчики решили не подставлять, но из-за того, что они обычно подлили всю дорогу, мы прошли не так, как они задумали. Это раньше, но это их единственная попытка в креативности, только ухудшила геймдизайн по итогу. Ладно, так или иначе, на этом пока что все.